Вот так это работает. Принимайте это на вооружение, поэтому нужно начать действовать. А последовательность действий вот такая. И резюмируя, скажу еще раз. Первое, это повышаем, смотрите, порог. Каким образом? Раздражением вестибулярного аппарата. Различными способами вращения. Масса есть упражнений для этого, да? Опять же, смотрите, там это видео, все там это есть. Вот. И второй момент, это определенная последовательность действий, которая позволяет быстро заместить расстроенную вестибуляцию, вернуть ее к норме с помощью подключения других механизмов оппозиционирования себя в пространстве.